Добрый вечер, дорогие друзья! Пятница, какой-то там июля, и сегодня в связи с тем, что прямо сейчас в Техасе активно перезапускается серия шутеров Doom, мы решили показать, как сказал наш читатель в комментариях, как с ссаной тряпкой по лицу, классическую трилогию. Как надо. Doom, как надо. Да, потому что третью часть читатели не считают классической. Ну, в принципе, они правы, на самом деле. Тут от классики осталось немного. Только но, тем не менее, решили, короче, показать вам первую Doom, второй и третий. Для этого была куплена... Блиц показом. BFG Edition. Сегодня у нас Стас Ломакин у микрофона, yes. Артем Камалятов. Yeah, и всем привет. Меня зовут Петр Сальников. Начинаем мы с первой части. Первый четыре эпизода. Ультра Вайлдс. Да. Окей. Что ты чувствуешь, Петь? Я чувствую, ну, я чувствую радость. Я люблю Doom очень. Да. Это одна из моих первых игр на ПК, угу. Если не первая вообще, кстати. Да, первая. Это первая игра на ПК, угу. В которой я поиграл in history. Вот так. И я был в ужасе. Я причем все время играл вот так. Ага. А здесь, к сожалению, нельзя это сделать. Но этим плюсом-минусом было принято. Так, это секрет. Нет, увеличивать и уменьшать размер экрана путем добавления или устранения вот этой вот панели внизу. Угу, да. Вот. И меня все время в ужас, на самом деле, и в трепет приводило лицо главного героя. Не знаю, у кого-то такое было или нет, когда оно после ранений покрывалось, да, кровищей. Вообще. Я дико нервничал и боялся. Вот. Но мне было 10 лет, можно было меня понять, в принципе, я не очень. Но... Блин, я был в таком восторге от того, что здесь происходит. Причем это был не Doom, это был Doom 2. Uh-huh. И сразу как бы все становилось понятно. Мой рекорд в те годы без бессмертия дойти до третьего или четвертого уровня. Сейчас, спустя там, почти 20 лет, мой рекорд не сильно вырос, если честно. То есть в какой-то момент, вот, так сказать, в середине этого пути был период, когда... Я легко там доигрывал до какого-то момента, типа 10 уровня, проходил первый эпизод целиком. Дальше просто мне надоедал, если честно. Не усиживал. А сейчас я опять откатился в развитии и не могу долго играть. Я дохожу до уровня Waste Tunnels в Doom 2, и все, и как бы поехали уже. Меня начинают убивать дичайше, мне становится страшно, потому что там тьма и души потерянные. До сих пор? Да, но она стрёмная. Ну, то есть, особенно если ты как бы зарядил себя настроением особым образом, как мы понимаем, о чем мы говорим, да? Вот, ты начинаешь вообще дико ссаться по углам от того, что там происходит. Вот. Да, в общем, я сегодня играю и получаю от этого колоссальное удовольствие. Doom — это игра, которая до сих пор на самом деле дичайше тащит, и в нее приятно играть. Да, сейчас музыку, к сожалению, слышит только... Да, самое крутое, кстати, что мне нравилось в Doom, в первом по сравнению со вторым. Во втором Doom вот этот промежуточный экран с итогами между уровнями, он был представлен в виде мазни с черепами и говном. А здесь показывали карту Деймоса, Фобоса и прочих интересных мест. И ада, кстати, тоже. Карта ада, прикинь. В какой игре есть карта ада? Только в Doom. Ну, в какой-нибудь там, не знаю. Нет, ну прям карта ада, масштаб там 1 к 10. Чтобы не заблудиться, если что. Да, вот. Ну, как любой гик, я любил и до сих пор люблю рассматривать всякие карты. Вот. Печатанные на носовых платках, естественно. Да, которые постоянно в коллекционке пихают. Большая мода вообще. А как вот это? Это, наверное, как-то... Непонятно, с чем связано. Слушайте, я сегодня на Котаку увидел такой крутой пост, на самом деле, про отслеживание всего того, что происходит на Койконе. Чего-то я его потерял. А потому что оттуда вообще сегодня с Койкона вытекает множество дичайших подробностей. Думца, некоторые из них... Кстати, какие основные вообще моменты перезапуска Doom известны? Ну, во-первых, сейчас? Это будет не... И вот этот звук. Не типа хоррор-щит в духе Дума 3. То есть это будет быстрый, брутальный, кровавый и вообще, судя по рассказам, довольно интересный экшен. Пускай они сделают его таким же, как Wolfenstein New Order, пожалуйста. Вот типа да, скорее всего будет что-то в этом. Потому что Wolfenstein, что называется, сорвал кассу, и все очень остались довольны.
Хотя многие скептически относились к этой игре на этапе ее разработки. Угу. Вот. И я думаю, Bethesda и ID будут делать вот что-то вроде такого же. Кстати, сразу здесь надо рассказать людям, что название этой компании произносится ID. Да, точно. Это ж, блин. Это тоже такой забавный факт о Doom, который почему-то мало кто знает. Ну, типа, ID, все дела, американская компания. Все думают, это же программисты, наверное, ID. ID. Да, вот и губами так, ID. В разнообразных твиттерах можно выловить кучу фактов. First-paced combat. Ну, это то, конечно, чего я, к примеру, ждал. Я никогда не воспринимал Doom как сингловую игру. Я играл чисто мультиплеер второй части. Иногда сейчас поиграю, а сейчас это возможно. А я на Xbox играю регулярно. И на Xbox просто это возможно. Постоянно. Но не в... Я все-таки сингл люблю больше. Мне нравятся вот эти демоны, коридоры. Музыка. Я пробовал играть, кстати, мультиплеер Doom'а на Xbox, ну такое, короче, что-то я не нашел себе. Вообще, напарника. Это странное явление, мультиплеер Doom'а на Xbox, потому что во времена Doom'а как раз существовало еще вот это понятие тракториализма. Когда ну, кстати, очень удобно. Да, были люди, играющие на клавиатуре и играющие на мышке, а теперь вот в Doom можно играть на геймпаде, что, в принципе, недалеко уходит от клавиатуры. Вот. Да. В итоге. Так, будет геймплейная демо на сцене, говорят. Ну, это старые твиттеры уже. То есть это, понятно. Которые писались в момент, собственно, презентации. Да. И все там были в предвкушении. И писали, ой, боже, сейчас покажут Doom, как это классно. Покажут мультиплеер, говорят. О, серьезно? На Quake-Con покажут мультиплеер? Хотя, ну, не знаю. Later, просто говорят. We'll talk about fast-paced competitive multiplayer later. И значит, такие. Пока не привезли на QuakeCon только сингл. Кто знает вообще, кто Блин, знает. Вот это вот, знаете, вот очень хочется посмотреть наконец-то на новый Doom, потому что сегодня... Ну, потому что просто. Потому что это новость дня, и ее мы, к сожалению, можем вам рассказывать и сами представлять только по сообщениям очевидцев. Да. Это очень расстраивает. Ублюдки! Да. Вот, не знаю, возможно, кто-нибудь снял там демку на мобильник из-под тишка, из-под подмышки, наверное, и выложит это в сеть. Короче, какая формулировка была перед Quake-Con'ом? То, что все посетители Quake-Con'а увидят Doom. Что-то по поводу того, каких-то NDA'ев я ничего не слышал. Последний раз что-то подобное было... В 2000, не помню, когда вышел Quake 4, но вот была презентация 4-го Quake, такая же практически, показывали они демку, сначала тоже говорилось то, что никому ничего, кроме посетителей Quake-Con, но посетители Quake-Con это очень много людей, короче. И в итоге... Ой, еще самое крутое, я сейчас поссорил тех, кто находится в комнате. Ты можешь вбежать туда, если враги разного типа, это, я извиняюсь, что перебил, тоже любопытный факт, враги разного типа начинают друг друга стрелять, потому что, ну, пытаются попасть в тебя, но их много, они задевают друг друга и начинают между собой грызться. Демоны с морпехами, типа? А? Демоны с морпехами, типа? Демоны с морпехами, иногда демоны с демонами, но у них есть иммунитет, фаерболы бесов, они, например... не ранят других бесов, а пули действуют на всех. То есть, если ты заходишь в комнату, где shotgun guys, pistol guys и chain gun guys, то они, в принципе, начнут ссориться между собой. Понятно. В любом случае. Есть вариант зайти в комнату, и там никого не обнаружишь больше. Они совершенно верно. Не, ну один какой-нибудь выживет обязательно, недобиток. Вот, ну, сейчас этот грыз. Да. Да. А возвращаясь про Quake-Con, Quake, Doom и тому, как это все анонсируется. Вот на этом уровне, мне кажется, я ломаюсь уже в 2014 году. Ну, ничего. Как только ты сломаешься, мы перейдем ко второй игре. Да, тут замес просто начинается весьма стремительно. Что отличает Doom и вообще классические шутеры. Best. Во, смотри. Так вот, вон они. Они ссорятся? Да. О, видишь? И самое крутое, что мне нравилось в этом, это то, что поссорив врагов, у вас появлялся шанс, сучья жизнь, шанс посмотреть на них со спины, потому что все остальное время они лежали или вперед ногами к вам, или как бы шли в вашу сторону и
вы видели только их морды. Вот. А так вы... Таким образом, например, было установлено, что у импов голая жопа. И человеческий скелет. И человеческий скелет, это уже потом. Несколько позже. В связи с голой жопой. Да. Человеческая жопа. Показано. Человеческая. Да. Так вот, да, возвращаясь к Войкону, что ты хотел сказать? Я хотел, во-первых, просто вернуть тебя в русло разговора, чтобы да, что-то можно. Закончил свою мысль. Короче, да, когда показывали Quake 4, тоже все было вроде как секретно, но после первого уже показа все слилось в интернет, все увидели. И все стало ясно. Всем стало ясно, там реально только разве что поиграть не дали. Вот. Но на самом деле там тогда показывали мультиплеер. Но уже никому не хотелось. Мультиплеер показывали, это то, чего все ждали так сильно. И, ну что, все были довольны, все такие, ой, сейчас испытаем новую физику. Но потом, конечно, стало понятно, что Quake 4 это полное говно, и кстати, мультиплеер его ничего не спасет. Ну да, Quake 4 это был, конечно, позор вообще. Вот. Ну вот, не знаю, мне кажется, если будут какие-то презентации Дума нового, там, с геймплеем, то это тоже утечет, никто этому препятствовать не будет. Не сможет. И не сможет. Кстати, вот... В современных шутерах ну, уже довольно долгое время распространен прием, я бы сказал, когда вас атакуют с какой-либо стороны, и вот эта вот красненькая стрелочка показывает, или экран красным подсвечивается с той стороны, откуда у вас прилетело. Да. На самом деле в Думе это тоже есть. Это вот статус бар. Статус бар, да, он поворачивает рожу в ту сторону, с какой его атакуют. И, то есть это тоже... Короче, маркер. Да, отлично. Это на самом деле было изобретено в Думе, насколько я понимаю, потому что ну, в Вольфенштайне этого не было, а вот в первом Думе это появилось и, в общем-то, продолжается. И понеслась. И понеслась, да. А, напомним, что в Думе новом будет... Посмотри, сколько здесь врагов. Будет мультиплеер. Ну да, да, да. Сейчас. Это подводочка. Подводочка к тому, что... Это вводочка. Те, кто... Ну да, наверное. Те, кто оформит предзаказ, оформили предзаказ на Wolfenstein The New Order, получат ранний доступ играю к как... ней. Вот, так что... Вот, они поссорятся, а и идут друг друга грызть. Непонятно да. В этой GTA-версии? Непонятно, но все равно этого оказалось достаточно для того, чтобы сильно так... Причем, обратите внимание... ...стегнуть предзаказы Wolfenstein. В Wolfenstein, в Wolfenstein не было мультиплеера. Не было не вообще. Пуф. Тотали сингл гейм. И никто не жалеет, я так понимаю. Ну да. Ну, в принципе, нормально. Это хорошо даже. Мне показалось странным после вот всяких твитов про Doom. Это то, что не было, по сути дела, ни одного твита, где кто бы говорил: «О боже мой, какой графон!» Вот. Не знаю. Слушай, да ничего не показывали до сих пор. Так а сейчас какая игра, в которой, боже мой, какой графон? Да графоном сейчас, в принципе, никого не удивишь. Ну, я только на днях читал превью Last of Us Remastered. Там на полигоне, на Еврогеймере люди дрочат. Ну, что, не люди, а журналисты, которые видели. Они прям заявляют, что парни, это графон. От этого вообще никуда не деться. Графон — это always and forever. Ну, просто, не знаю, пока, наверное, не показали никаких моментов, которых, по которым можно светить игра в фоне. Вот. Как мне это неизвестность, конечно, выстегивает. Да! Особенно, когда в голове вот так крутится вот этот тизер с рогатым. Демоном рогатым. Да. И ты такой думаешь, блин, а может там такой же графон будет? А потом, да нет, вряд ли. А ну ведь next gen. Да в этом тизере там графон, как в этой, в заставке Quake 3 Arena начальной. По факту. Ну да. Кстати, а ведь ида делают, да? Игру, получается. Ну да. Без Кармака, видимо. Без Кармака, без всех Ромеро. Людей, короче, вот 2000... Без всех людей, которые сейчас уже могли бы ее испортить. К 2014 году, да черт тебе знает, что бы они могли с ней сделать. Просто но они сейчас... сделали его Rage. Сейчас непонятно. Это люди старой формации, скажем так, ну мне так кажется. И Rage хороша там, где надо просто стрелять, все остальное в ней, ну такое очень. И в принципе... По геймдизайну это очень странная игра. То есть, когда в шутере ты убиваешь человека и не можешь взять его оружие,
В этот момент я понял, что, скорее всего, еще один подобный заход, и раньше я выключу и больше никогда не включу. Вот. Ну и там что-то еще, эта игра что-то там себе позволила сделать, и, в общем, так и получилось. Да, машинки, что ли, да, какие-то машинки, гонки, я посмотрел. Гоночки, это вообще... Да, ну то есть, чуваки, диалоги вот эти, зачем это все? Ну то есть, вообще непонятно, да. Ахинея. Пол РПГ там прикрутили, ой, вообще. И концовочка в духе, о, что же теперь будет? Да. Сейчас, кстати, из Старой Гвардии в ИД остался только один человек, я так проверил даже, и оставлю он еще, это Тим Виллиц. Это, кстати, чувак, который, по-моему, сделал наибольший вклад в Rage, потому что я когда смотрел эти видосы в дневнике разработчиков, он там постоянно выступал. Ну, выступал в понятном духе пресс-релиза. Amazing gameplay, там, вы же знаете, кто мы такие. Immersive shit, да. Мы вообще тут мы специалисты вам, крутые, да, как встарь, как не вновь, в общем, так далее и тому подобное. Вот. И тот же самый, я полностью доверял Виллицу, потому что Виллиц, к примеру, еще непосредственное участие, тоже очень сильное участие принимал, сильное участие. Сильно. Разработки Quake 3. Очень много, создал несколько важнейших там карт. Короче, доверял я этому чуваку и сейчас до сих пор доверяю. Понять, простить. А он меня, возможно, да. Возможно, того самого. Да, возможно, он действительно меня уже подвел. Не, согласитесь, как бы id Software, они могли порвать твою задницу, когда они были все вместе и когда это было давно. Стоило разбрестись всем и... Ну, Кармак, понятно, он больше технический специалист и, в принципе, он занимается тем, чем... Он может заниматься чем угодно и делать это хорошо, на самом деле. Скажем так... Поле его экспертизы, оно достаточно широкое, и он никому не должен делать игры всю жизнь. Вот. Он занимался Думом до тех пор, пока это было ему интересно. И, в общем, во многом благодаря тому, что ему было любопытно исследовать свойства движка и исследовать, насколько далеко он может зайти в этом вопросе, растянуть движок до такой степени, чтобы там какую-то свободу дополнительную игроку подарить. Вот. А сейчас, видимо, ему стало скучно. Потом ушел Джон Ромеро в свое время, и он себя очень хорошо зарекомендовал как дизайнер Дума, но стоило посмотреть в другую сторону, как он, я так понимаю, сделал очень паршивую игру, в которую я, кстати, не играл. Дайкатане. Но все говорят, да, что Дайкатана это позор. Вот. Сейчас у нее, кстати... Разве Дайкатана это больше не про Тома Холла? Нет, это именно Джон Ромеро, и слоган там был типа Джон Ромеро из Gonna Make You His Bitch и так далее, да. Вот. А Том Холл, о, это, кстати, Свастон, нет? Не, да, только да, и да, и нет, вот так вот, да. А, его искорёжили, да? Нет, а ты там... нашёл скриншот из оригинала из какого-то? Да, если вот встать в том углу, то... В этом? Там... Не, направо, вот сейчас, вправо, и посмотри, вот, это, в общем, что-то вроде. Вот, ой-ой-ой-ой, Саня, ну чё? Как классно выглядит игра до сих пор. Да, это превосходно. Вообще. Я вот здесь, когда запускал первый и второй Doom, чтобы подготовиться к трансляции, в общем, проверить, все ли нормально, я раньше думал, что и первый, и второй Doom, выглядят прям вот ровно одинаково. Ну, на самом деле, походу, нет. На самом деле... Второй анимации как покруче. Разве? Ну, я думал, там концептуально вообще ничего, ну, как бы... И технически. Нет, технически там все-таки есть импрувмент. Сейчас мы узнаем. Там типа. Возможно, больше тьмы, на самом деле. С освещением больше интересной работы во втором Думе. Да. Что касается анимации и прочих. Ну, самый классный пример анимации в Думе вообще первый и втором, это анимация перезарядки двустволки. Потому что вот эти три кадра и характерный звук. Это не знаю, мне все время очень нравилось. Какие перезарядка двустволки. Да. Да, прикольно. Вот это все классно. Че, зажали в угол и пинают? Да это вообще, это они себя в угол зажали. Ой-ой-ой! Это меня заперли с вами, это вас заперли со мной. Правильно. Просит музыку, кстати, погромче сделать. Она у нас играет? В игре это можно сделать? Я могу напеть.
И так всю трансляцию. Да. Почти битбокс. Это SFX. SFX, я думаю, можно и потише. Окей. Главное просто, чтобы нас не стало слышно. Да, тут говорили, типа, делайте погромче, но чтобы вас тоже было слышно. Как вы все без на пожеланий как-то. Да, можно из борща соль вытащить, а сметану оставить. Опа. А можно так? Нет. Карл разрабатывал и Tech 6. Ну да, наверное. Принимал участие, теперь уже точно нет. Кто? ID Tech. Слушай, Rage 6. Это ID Tech 4 ID или 5? 5? А почему? Что-то на 5. ID Tech 3 это вроде бы Doom 3. Короче, когда я был маленький... Нет, ID Tech 3 это Quake 3. Когда я был маленький, я разбирался в видеокартах и движках ID Tech. Когда я был маленький? Вот, серьезно, вообще. Я сидел на этом дерьме. Я не разбираю. Да. Открыл Family Tree игр в движке Quake. Ой, вот это называется. Вот. Ой, здесь блин, вообще там же... Там же закрыл. Там же Call of Duty, по сути, это игра, которая до... Даже Black Ops... На третьем теке. Да. То есть это сильно модифицированный движок Quake 3. Ну, вообще, Quake 3 в свое время он был движком Unreal Engine 3, как сейчас. О, ну, блин. А, очень короче, популярный, да. Короче, он был очень популярным, его использовали все, кому не лень, да. И его можно было увидеть в каждой второй игре. В каждом втором шутере, это да. Правда. А все почему? Потому что Quake 3, движок Quake 3... Делали и хорошие люди. Он очень круто оптимизирован. И, ну, это известно, то что Quake 3, он шел как на Voodoo Banshee, помните, такая была графическая карта, сколько там было мегабайт? Ну, 4. Что-то вроде, да, это такое Voodoo, вот, это... Или там... Откуда я играл на Riva TNT Wanted, там 16 мегабайт. Да, да, кстати, я тоже. Вот, вот. И, в принципе, достигал там желаемых 120 FPS. Вот. Ну, конечно, серый чат вокруг. С... Без участия текстур, естественно, играл, но нормально. Да. Ок. И, короче, движок был очень гибкий, и я прекрасно понимаю, что на нем делались. Первая Medal of Honor делалась на нем, это была, кстати, классная игра, самая первая. Первая Medal of Honor? Да, это же говно. Return to Castle Wolfenstein, ты что? Не, Return to Castle Wolfenstein это шедевр, а первая Medal of Honor была крутая. Не, первая Medal of Honor, когда высадка на Omaha Beach, это как бы я тогда просрался. На Omaha Beach была практически. Да. Вот там? Самое первое. Дело в том, что Medal of Honor перезапускалась однажды. И я помню, так это на PS2 выходило. Я в нее играл. Та же, которая это... подождите, а в Call of Duty тоже была же Omaha? Да. В первой. Это было все до Call of Duty, по-моему. Medal of Honor вышла до Call of Duty, это точно. 90... Да, то есть, в 2000 году. Ну, короче, это было не круто. Ну, не знаю, не на знаю. На вкус и цвет. Ага! Так. На вкус и цвет? 6, говно одинаково. 5. Наверное. Коричневый вкус. Games using Attack 5. Коричневая нота. Rage, Wolfenstein New Order, Evil Within. То есть всего три игры сделано. Блин, игра как про вообще, смотрите. Привет всем покерным про. Хорош, кстати. Какие-то, кстати, гличи, он не может за тобой. Он может застревать. И очень часто это делает. И этим надо пользоваться. Он, например, очень плохо бегает по лестницам. Именно пинки. Пинки-демей! Да. Yeah. О, а здесь начинается вообще уже все. Кошмар говна. Взрывающиеся бочки. Слишком много чуваков с дробовиками, пацаны. Ну, ты со здоровьем все прекрасно. Да. Нормально, ты довольно сейфово проходишь. Сейфово. Да, и по-моему у тебя есть 150... Такое. Так, мы показываем первый Doom уже полчаса. Да, я думаю, мне ближайшем... кажется, пора это самое. Я думаю, первый эпизод пройти. Думаешь? Ну давай. То есть, да, оборона фарта. Первый ферсик Дума была натуральная свастика. Да, да, да. Да, точно, вот почему. Мы вот сейчас за... Ну, в смысле, там свастика была такая немного не свастическая. О, видали? Потому что это версия для BFG Edition. Да, где все порезали. Естественно. Да. Ты синюю броню не взял. Ну ладно. Надо вот успеть, типа. По-моему, ты сейчас больше хп потеряешь на кислоте. Спокойно.
Кроме прочего, конечно, в Думе меня с самого начала смущало отсутствие прыжка. Да. Вообще смущало очень сильно. Хотя, ну не знаю, в каком году ты в нее играл? Уже Quake вышел в тот момент. А, да. Я короче, в 96-м году одновременно начал играть в то и другое. И я оценил, короче, там, динамику Дума, потому что мультиплеер второго Дума это очень круто, но отсутствие прыжка меня постоянно высаживало. Во всех, а уж в сингле тем более. Так, а что я включил то вообще? Когда, так, казалось бы, достаточно чуть-чуть подпрыгнуть. Просто, все будет а, там это, по-моему, сейчас выйди. Сюда? Не-не-не, спуститься вниз. А вон там что-то недобитое. Откуда ходит? Он здесь? А, вон там еще слева что-то есть. А, здрасте, приехали. Все есть вообще. Да. Говорят, что из ИД ушел еще и некто Джон Олик за Кармаком. Ну да. За Кармаком в Oculus? В Oculus, да. Да в Oculus сейчас... Там вообще столько... Яблоко к ним упасть. Да, одни спецы. Одни спецы. Хватит нанимать всех. Широкого профиля. Раздули штаны. Че это убежал, я не понимаю. Что, его убил? Может, и убил. Я тут много кого убил. Да. Да, полудил, в принципе. Да. Вот. Стоит отметить, что когда вышла Doom 3, одна из, одним, ну, самым главным трендом модификации для него, это был ремейк оригинальных карт, оригинальных двух. Вообще Doom'ов. В наступлении иду, парни. Вот. Идея на поверхности, исполнений было много. Да? Некоторые прикольные. Ты пробовал? Да. Ну, блин, это те времена, когда модификации на дисках игромании. И типа, блин, надо поставить. Да. Времена. Как да, меня затрахали эти видео. Думаю, так отпугнули системные требования, что... Ну да. Забавно, что в новом Doom будет двойной прыжок. Кстати, мне вообще не забавно, что в новом Doom будет двойной прыжок. Это что вообще за Unreal Tournament 2003? Ну, кстати, блин, а как это там объяснено? Ну никак это не объяснено. У тебя есть джетпак. А, ты, маленький, Titanfall. Конечно, да. Titanfall и что там, Call of Duty Advanced Warfare. Геи! Наверное, это будет маленький геи! Джетпак. Геи! Геи! Я прорвусь! Давай на кнопку! Да ладно! Ну ничего, ладно, quit change game. Итак, на следующий у нас Doom 2. Сейчас мы как раз узнаем разницу. А что такое на Restful Limit? Это аддон. И вот так вот она выглядит, как мы видим. Да, она выглядит лучше. Да. Да ладно. Ну, мне кажется, ну смотри, освещение. Да, освещение есть явно. То есть спрайты остались теми же, да, но текстурки более высокого разрешения. Я ставлю за углом. Такие эксперты вообще. Вообще, пека. Первый Medal of Honor выходил эксклюзивом на PS1. Я пошел на Википедию, короче. Короче, вы меня все играли, по-моему, Medal of Honor Elida Soul. Да. Вот. Это вот она? Это вот Omaha Beach. Да. И которая понравилась мне. Наверное, Стаска. Я тоже сейчас, короче, зайду на Википедию, реально. Очень много этих было. Ха-ха! Surprise Chainsaw Attack! Да. Да. И прикрываясь вашими трупами. Games. Окей. Вот, 99-го года. А, реально, была эксклюзив. Да Паш, ты какое? Что вы мне рассказываете? А как же ПК? И, ну, ПК потом, наверное. А, Elite Assault, 2002 год. Ну ладно, окей. Я все время забывал, в каком порядке надо эти кнопки нажимать. Хорошо. Ну, короче, да, Elite Assault. Вы правы. На PS1. Шутерами на PS1 вообще никогда не писалось. Сюрприз! Да, это фокус. Точно. Вин это... Зампелло делал первую вот эту Medal of Honor. Ну, это ультра, смотрите. На первом уровне дали бензопилу, разве плохо? Эй, геи, что тусуетесь? Реально, ну, когда, серьезно, когда ты понимаешь, что у импов голая задница, и когда ты видишь, вот как они тусуются вместе, там жмутся что-то, ты видишь их кучу и уже не можешь это развидеть. То есть голые... Уже не можешь это интерпретировать. Так же, показываю вообще секретнейший секрет. Давай, давай. Вот. Ооо, Rocket Launcher. Видали?
Самое смертоносное оружие по ФГ, потому что убить можно себя. Здесь да. такие хитбоксы, конечно, бешеные. Mm. В Думе они бы вообще да, сплэш дэмэдж ужаснейшие. В Quake тоже. В Quake хоть чуть поменьше, но в Думе кошмар. Ачивочки пошли, да. Да, ну да. А здесь есть ачивки, наверное? Стимовские, ну, стимовские, да? Да, это ж BFG. А, и в Xbox тоже есть, соответственно, все, что их надо. В общем, о времена, о нравы. Застрелил. Так. Ну чё, Илюх, ты как? Все чувствуешь? Зашел посмотреть. Поностальгировать. Да. Ради прикола попробуйте пройти на Nightmare сколько угодно уровней. Ну, кстати, это хорошее предложение. Да, но ну, мы уже как начали. Баба на ультра вайлд. Да, серьезно. Это ультра вайлд? Да, это ультра вайлд. Ты хвалишь как-то. Ну, потому что это божественно. Тут нормально. Я наизусть знаю просто все это. Вот как бы. Нет, вот она. Блин, как же я её люблю. В чем фишка Дума? Петя, кстати, очень правильно сказал, что он наизусть знает эту историю, потому что тут все решает разница вот в этом времени, когда ты выходишь из-за угла и видишь чуваков. Да. Если ты знаешь, что они за углом, и тут же стреляешь, то значит ты выиграл. Если нет, они тебя первые атакуют, и ты теряешь здоровье. Вот и все. Ну смотри. Оп. Surprise, motherfucker. Типа того. Так. Спрыгну туда вообще сейчас. Тысячи меч. Хорош, хорош вообще. Одним махом. Семерых убивахом. Хороша двустволка. Да, ой, чертовка, да. Мой друг. А чё ты сбежал? А ты где? Да все, уже убежали. Нет, не-не-не. Сзади. Там вообще reinforcements have arrived, блин. Да. Еще один внизу тусуется наверняка. Слушай, какие монстры появились в Думе 2? Потому что у меня бестиарий прям Pain Elemental появился в Думе 2. Который череп. Который да, стреляет потерянными душами. Ага. Да ты говно, что ли? Я не понимаю. Все, у тебя кончились патроны? Нет, я просто... Да, как мне... Я на бензобилу хотел переключиться. Но... Мне всегда нравилось, как он звереет под полученного урона. И у него такое лицо стоит... Да-да-да, мразь такая. Кровь из носа. И кровь из носа. Становится необходимо куда-то попасть. А, еще интересный факт, что в новом Думе будет сделан упор на милли. Это да? Вообще, ну да. Не, ну не то чтобы упор. Ну не упор, но будет. Это важная часть, в общем, будет комбата. Не знаю, насколько важна она была. Ну здесь, да, кастет и бензопила. Так вот, Pain Elemental появился в Думе 2. Hell Knight появился в Думе 2. То есть маленький Хеллбарон. А, да. Да, красный. А, они, вернее, наоборот, белый. Также в Думе 2, блин, люблю эту. Эти, пауки. Появился Манкубус. Так. Арахнатрон появился. Ага. Это маленький паучок, но более смертоносный, на самом деле, чем большой, потому что большого пулеметина, а у этого плазменная, на, говно, винтовка. Ой, блин, это здесь что-то сложно. Да вы чё? У тебя сзади свинья такую. Тихо! Свинья. Меня атакует свинья. Такой рапорт полицейский. Вошел в квартиру и был атакован свиньей. Да, Борис, кончай. А, про там баран был. Веселые мелодии. Слушай, а может в телек... А, мы на компе играем. Хочется послушать музыку, конечно. Да. Да. Веселье. Прошу. По соточке. Блин, да. Я Doom 2 знаю лучше, чем. Давай тогда Expansion Nightmare попробуем пройти. Подожди, а это Doom 2? Да? Да. У тебя две попытки всего было. Да. Вариантов не так много. 50-50. Не, иди. Твое вообще, валит. Не, ну это... В тюрьму. Царизм двустволки. Да. Заложены к нам годами. На годы.
в дополнение к третьему Думу, разумеется, мерзкому дополнению. Вот, смотрите, сейчас будет все. Вот все. Появление двух. Поехали, там, пацаны, давай! Это было реально. Ну а теперь, когда вы стоите в одной куче. Шестиствольный. Чинга? Да. Чинга. 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 Чейна. Я вот этих не любил. Не попадаешь. Да, ну это, соответственно, тоже меня смущало. Отсутствие мало с луком. Mm-hmm. Ну, блин, увидел бы я эту игру раньше, чем в свои годы! То, конечно, да. Нет, вообще не Каэра. Но на самом деле я тоже больше Каэра. Ну, потому что ты не увидел ее до того, как там мало с луком. В 93-м году я с ума сошел. Ну вот. Потому что в 93-м году я играл. В эту вудку, Duck Hunt. Не очень. Играл в вудку. Ну да, там Марио. Так, а ты играл, кстати, в Medal of Honor на первой PlayStation? Да. Да, и как? Нормально? Слушайте, Ильи все равно не слышно, скорее всего. Нормально слышно. Для первой PlayStation было плохо. Откуда ты знаешь, что тебя нормально слышно? Я не понимаю, ты самодур. Илья говорит то, что нормальная была Medal of Honor на первой PlayStation. Ну, потому что там была альтернатива-то, в общем, не было особо. Потому что не было альтернатив, следовательно, не еще скажу то, что DualShock был первый. Скажи им от меня. Да, от меня скажи. DualShock был первый, и чтобы вы понимали, DualShock первый без стиков. Да. Без стиков. На крестовинке, парни. Я играл в Medal of Honor на крестовинке. Ну да, да. Вообще. А в Doom на Super Nintendo играл, кстати? Я играл в Doom на Super Nintendo, играл в Final Doom на PS1. Да. Это вообще было тоже очень круто. Я, Dark Force я включал коды и проходил как сайт. На Half-Night Mary. Вот так. Еще невидимая свинья. Да. Тебя слышно, Илья, если что, все. Ну, вот я же все нормально. Икона греха еще появилась в Doom 2. Ну это босс. Это не считается. Икона греха. Икона греха. The icon of sin. Икона греха — это рожа моя с утра. Я думаю, вот твою мать. Или рожа Ильи на выставке. Давай! Пресс-конференция нависла за мной. Это раньше так было, сейчас тоже. Ну сейчас уже проще, да. Ты другую кнопку зовут, а нет. Все нормально. Здесь как раз загвоздка была в том, чтобы нажать правильную кнопку. Один выстрел еще. Да, отлично. Отлично. А как это ты не нашел секреты-то? Вот так вот. Ну, там еще невидимость есть, но я не помню, правда, как это искать. Вот на этом уровне меня убивают, на Xbox я играю. Я почти каждый вечер его включаю. С тобой и сила мышки. Падаю ниц. Очень много неприятных парней. Все пошло в конце. Плохо. Так, аптечка нужна. Нужна аптечка. Есть. Если что, в BFG Edition появилась такая фишка, как автосохранение на начале каждого уровня. А, да. Автосохранение в начале каждого уровня происходило вообще на ПК тоже, если что. Да? Да, ты помираешь и начинаешь уровень заново без оружия. И все. Ну, то есть с пистолетом. Ага. И все. Там невидимый чувак. Да он не поймет. Пусть мучается. Да. А, горячо. 20. Ой, у тебя сопельки красные. 20. Все, если что, ты помнишь коды? Да, кстати. Они всегда просто, они на подкорке уже выжглись. Да. Генетическая память предков. Я взял их. Картонные коробки? Ну, не очень, судя по реакции. Ты что дозабрался-то, Ли? Ли. Ли как-то попал. Помните, во втором час пике, где этот Кичан висит на бамбущине. Ли как-то туда забрался. Не сдавайся. Зубками. Слушай, я не помню, они в ближнем бою атакуют импы? Че? Импы в ближнем бою атакуют или только фаербол? Еще как? Ну, опасность какая-то. Они издают дурацкие звуки. Да, голой жопой. Чавкают тебя. Так, вон там, видимо, секрет.
Где? Нет, ну, ничего патронов. Ну там вон, где текстурка съехала немного. Где? Сейчас, посмотри на это. Вон, сейчас, во-во, да. Сейчас направо, направо. Да, вон, да, видишь? Да, да, да. Вот эта штука. И... Вот это? Да. Вот это вот? Да. Ну, это, скорее всего, выход. Способ выйти, да. Наверное. А вдруг там что-то? Yes. Зачем? Зачем я сделал это вообще? 2%! А ты дальше можешь пойти? Дальше можешь пойти? Вот сюда, да, налево. Можешь, можешь. Налево можешь. Можешь. Ну что там? А, все. А, ты по кругу просто прошел. Да. Ты убил, да? Сволочь. Да. Потом много патронов. Так. Чуете? Немного умылся. Насколько это ответственное мероприятие в Дум-то играть в прямом эфире. Да. Да. Так, так, красная, такой. Красная дверь. Где эта сука? Не здесь. У нее карта. Кстати, карта вот, же кстати, есть. Карта. Я, кстати, думал, что это отдельный режим, и иногда так играл. Серьезно? Ну, весело, смотри. А враги на ней не отмечаются. Ну. Классно. Не, ты можешь. Ты же находишь эти компьютеры. О, этот свет включается, а я тут ходил в потьмах. Ты же находишь... да, красная дверь в самом начале уровня, все правильно. Компьютер. Да, и... ты находишь карты. Ага. То есть автокарта у тебя происходит автоматически, когда ты просто следующий уровень, она складывается. А периодически ты находишь компьютер. Угу. А короче, я вот сейчас вот возьму этот ключ, и меня с двух сторон начнут обстрелять из пулеметов. Да. Я на этом уровне ломаюсь. Слушай, подожди, может аптечки поищем? Вот он еще наш... побольше приложил. Так, наш вот сейчас, если ты пешнешься, появишься рядом с чуваком. Вот этим чуваком, который ушел уже. Да, да, да. Ну, он, по-моему, ходит туда-сюда. Ловко. Нет! Есть, нормально, 76, смотри, да ты прям как бык. Аккуратнее. Да говна ты вожрал, сволочь ты, и мать твоя. Да, не надо отсюда. Все в порядке. The situation is under police control. А вот я телепортнусь, и я вообще не пойму, где я нахожусь. Это часто так бывает. Ты нормально телепортнулся. А, нет, не так. Там есть другой телепорт, рядом с телепортом, куда ты телепортнулся. Типа вот. О, теперь можно. Да. Используй бег по стенам. Да. Да блин. Ты так не можешь. Как не могу, если могу. Прижми к стене посильнее. Думаешь, посильнее надо нажать? Ну, еще больше для него. Посильнее, а стрельфом к стене. Ну, ты знаешь. По-моему, да там же можно пройти к ключу. Вот. Вернись просто к ключу и получишь все. Что вы орете-то, я не понимаю, Артем. Мы не орем, все, я понял. Все время орем. Тупо сопки. Давайте дальше. Давай. Да. За это я всегда любил Doom, что как только ты понял, что ты вообще в очке, тебе дали, значит, вот Hell's Orb. Да. Там расширил. Вот, здесь важно идти по центру, потому что если идти не по центру, начинается следующая вещь. Да. Вот, ну... Я не знаю. Реально... Они же хотели, чтобы я не шел по центру. Да. В общем, пулеметчики, наверное, это самый неприятный враг, если честно. То есть они не очень сильные, но очень скорострельные и очень дезориентируют, раздражают страшно. Как пытаешься через два пролета попасть из другого этапа. Во, прям смотри, улетел. Где мой свой хандер? Вот это, сука! Мимо! Ой, ну ты... Нет! Не ссать! Так, да. Хэдшот. Как мешок сделал. А чё ты не стреляешь с пулемёта? Я не люблю пулемёт. Он слабый. Не, у шотгана прикольный ритм. Да, да. Очень. Шотган, короче. Так, тем временем ты нормально. Сейчас вот из этого окна меня могут убить, на самом деле. Надо, надо что-то делать. Умирать? Да, ну, вообще нежелательно, конечно. Чем? Ну, короче, скорее всего, я помру. Что это? Видимо, нет.
Надо из ракетницы. А, темень, все, плохо. То есть классно. Они сейчас там начнут без меня. Да. Там дискотека. Может, аптечка сзади, справа, аптечка пройдет. Справа, немножечко ХП. Это ловушка, вы в курсе? Да, точно помню. И теперь? Я все равно советую. Нет. Сейчас они будут... Да, раз. Сейчас еще... Сзади, по-моему, нет? Два. Сейчас еще аптечки поищем. Да. Сейчас еще раз. Ты их туда насажал, дед. Ну, это они... дед твой. Всех посадил. Ах ты гнида вонючая. Нет, по-моему... Приехали, ладно. Здрасте. Давайте следующий. Давайте третий. А давайте... Не-не-не-не-не-не. Давайте второй этап. Давай вот. Давай Nightmare. А вот третий тоже будет показывать? Да. Чуть-чуть. Ну, это же третий такой. Не, мы, конечно, мы не будем показывать вам с самого-самого начала, потому что, ну, блин, вступление на полчаса, давайте, не надо. Слушайте, на Nightmare, насколько я понимаю, враги возрождаются вообще, да? Не знаю. В смысле, возрождаются, когда ты отворачиваешься? Нет, они просто телепортируются новые в тех же количествах, в которых были. В этом и прикол Nightmare, нет? Не в курсе. Не знаю. Мне кажется, меньше. По-моему, в этом прикол. Ну, то есть, как бы это абсолютно не, ну, как бы, нет никакой логики вообще в этом уровне сложности. То есть, это чистейший Батхёртович. Вон они, телепортироваться уже начали. Их невозможно убить. Ну, то есть, они. Вот, смотри, видишь, что происходит. Они просто телепортируются еще к тебе. Слушай, может, они как-то конечные. То есть, это режим, который. Для спидранов? Ну, да, типа, да. Быстро. Стреляешь, если только к тебе вот вплотную кто-то стоит, и ты не можешь пройти и взять дробовик. Ну, то есть это пипец. Давайте встретить дом. Да. Давайте. Слушай, нажми, хотя да, кампейн давай. Да, они становятся быстрее и респаунятся. Ну? Компанию. Double Fest. Новую игру. Хотя нет, лучше continue, там про это пропустили стартовые ролики, которые, я думаю, не особо потеряют наши зрители, если не увидят. А, да, хрен там был. Ну ладно. Мне, кстати, нравился вступительный ролик в Доме в третьем. Хороший очень. Он атмосферный, но потом, когда выясняешь, что и весь музыка. Сюжет... Не, вот в Думе 3 самая лучшая — это стартовая тема, которую. Заглавная тема, которую я, честно говоря, слушаю до сих пор, и мне она очень сильно нравится. Да ну, это же говно. Ну, все равно не нравится. Давайте метальчика врубим. Да ну, не знаю. Ну, хрен знает. Ну, то есть это хуже, чем то, что Sonic Mayhem делал для Quake 2 на порядке. И. Не знаю. Мне больше нравится в Думе вот этот Ambient. Который, знаешь, как будто бы с 70-х. Типа sci-fi там. Да-да-да. Что такое. Как будет... Кстати, как ни странно, но BFG Edition, она гораздо хуже выглядит, чем оригинальный третий Doom. Да. У меня все это дико тормозило, но мне вообще, я смотрел на это приземление. Да. И она светлее почему-то, более блеклая. Хотя игра дичайше контрастная. BFG Edition добавила возможность одновременно и светить что фонариком, и оружием. Ну, то есть, и использовать оружие. Если помните, в оригинальном Doom 3, который вышел в 2004 году, можно было либо держать в руке фонарик, вот так вот, либо оружие. Стрелять в темноту. Так, попробуй. Нет, фонарь — это вообще был такой сакер-панч. Ну, то есть, что это такое? Я не могу одновременно стрелять и пользоваться фонарем. Я это идиот-морпех. Такой, типа, марсианская колония. На Марсе нет изоленты. Да, не могли на шлем присобачить, что не фонарик. Да, попробуй нажать Ctrl-Alt-Tilde. Нет, я могу просто... Просто Tilde нажми. Нет? Неужели нет консоли? Ctrl-Shift-Tilde. Да, может быть. А надо включить? Может быть, да, в настройках, там, типа Game Options. Попробуй Controls и это. Назначить клавишу. Нет, здесь эти всякие... Keybindings. Так, давайте смотреть. Дальше что-то есть, слуг, да? Вроде нет. Ты консоль хочешь? Да. Да, консоль. Не, она должна быть. Ну да.
Да ладно, неужели нам предупреждали сначала? По-моему, ребят, если у кого есть BFG Edition, пожалуйста, напишите нам, как выбить консоль. Мы да, будем... и тогда мы покажем что-нибудь, кроме начала. Да, в ваших же интересах. Да, потому что начало минут 40. Да, вот начало, если бы не было Half-Life, такого начала бы не было, наверное. Оно бы там было как бы... Меня и в Half-Life, на самом деле, это бесит тоже очень сильно. Ну, то есть, да. Долгие вступления меня сейчас останавливают от перепрохождения очень многих старых игр. Я купил Fallout 2 на Гоге, установил его и понял, что я не вынесу этот храм испытаний в очередной раз, там, не знаю, в седьмой. Хочется пропустить и как начать сразу с города Дэн, убийство торговцев и прочих интересующих. It's important, so don't lose it, да. Да. Сейчас посмотрим. На встречу интернету. На встречу интернету. Консоль locked. Он... Что, BFG нет? Да не, не может быть. Ну, хотя, если учитывать, что ее переиздавали прежде всего для Xbox 360 и PS3. Don't know if you can change it in any... Окей. Не, сейчас сможем, короче, сделать. Только нужно будет выйти из игры. То есть где-то там по настройкам? Создать ярлык. Давайте попробуем. Давайте. Давайте сохранимся, Петр, и выйдем. Давайте сохранимся, выйдем. Что у него с артом? У него лицевая анимация 3000. Ну да. Да, в принципе, все знакомо. Прозрачно. Что надо сделать? А, выйди из игры, короче. Надо создать ярлык. Знаешь, как это делать? В main menu? Ну, типа, да, в main menu. Не-не-не, типа, quit вообще. Ярлык, он, наверное, так, если у нас Steam-версия, то открой Steam. Да. А, сейчас, создать ярлык на рабочем столе. Да. Отлично, помещен на рабочий стол. Теперь свойства. Вон, дом 3 BFG, свойства. Блядь. Чё, не... Пикагемик начинается right here. Попробуй. Нужны параметры. Почему все так? Сейчас, а где там? Что? Ну-ка. Сейчас. Шорткат плюс... Надо шорткат вручную сделать. Ты чё, сумма, зачем? Так, а, ладно, давай тогда, где же здесь Steam? C, Program Files, наверное. Блин, это так классно в прямом эфире это делать. Я всю молодость свою так делал. Так. Не, Program Files x86 у нас. Да. Steam, вон, да. Ага. Steam Apps. Так, сейчас, ты, наверное, не туда, да. Так, вниз ищи Steam Apps. Папку Steam Apps. Ниже. Это папка? Папка. Или детка. Да. Так, давайте найдем здесь Common, по-моему. Common, да. Doom 3 BFG Edition. Отлично, вот это свой... Отправить на рабочий стол. Да, отправить на рабочий стол, точно. Да. Зачем? Такой же есть. Нет, отправить на рабочий стол. Есть разница между ярлыком и эксешником. Да. Нет. Да. Это будет ярлык. Да, нам нужен этот ярлык. Да, сейчас увидишь. Так. Два. Ярлык, свойства. Да, давай. Свойства. Вот! Так. Объект. Где объект? Щелкни. Сейчас. Пробел, черточка. Сейчас, одну секунду. Сейчас скажем. Плюс когда вы еще это увидите в прямом эфире, дорогие пользователи? Да никогда. Я надеюсь. И все выключил. Я тоже надеюсь, больше такого не будет. С этаком... Консол 1. Конфиги пишем. За деньги, драйвер, кстати, стула. За 150 рублей могу кому-нибудь написать конфиг в Quake 3. С нуля. Поехали. Да. А, подожди, нет, я дурак. А, да, ты немножечко неправильно сделал, но ничего. Сейчас все будет. Сейчас нужно работать. Это магия консоли. Не удалось запустить игру. А, приложение запущено, потому что... не закрыл предыдущую. Да все закрыл. Да, закрыл. Давай еще раз. Просто он, наверное, не выгрузился из памяти.
Память не может быть и red, как известно. Да. Ошибка CRC. Потрачено. Да, и другие культовые переводы. У меня опять садится телефон, поэтому комменты всегда будут на тебе. У меня всегда садится телефон, кстати, постоянно. Так. Итак. Может, прямо сейчас, да, набирать? Смотри. Он сел. Давай сначала начнем с ада или другого какого-нибудь уровня. Давай Delta Labs. Давай Delta Labs. Не-не, там черточка, да. Ага. Ну, это же магия. Сейчас, наверное, у нас... Да, у нас только кулаки, так что... Ты что, сдурел? Give all. О, давай. Ну, это, в смысле, в консоли введи команду на оружие. Слушай, ну, Delta Labs — это не середина игры, чтобы give all вводить. Ну, это как бы не самый не самое начало игры. Далеко не. Еврокет лаунчер хотя бы. Дайте хотя бы шотган. Нет, там другая там команда. Там импульсы, наверное, или что? Нет, give all просто, да. И что? Нет, да. Ну и все, пользуйся чем хочешь. Действительно. А ты не хочешь пользоваться BFG? Не пользуйся. Да. Кто тебя заставил? Или пользуйся. Пользуйся. Да. Это полезно. Да. Вот хорошо. Слушай, а здесь до сих пор исчезают трупы, или это просто когда ты их распиливаешь? Когда просто вот меня реально бесило очень, что здесь исчезают трупы, что я не могу здесь сделать. Сохранить труп. Да! Я хочу. Целости. Я хочу выходить по уровням и видеть, что результаты. А-а-а. Слушай, мы говорим вообще о видеоиграх. Разве сейчас трупы не исчезают до сих пор? Блин. Ну, в Вольфенштейне лежат. Всегда лежат прямо. Ну, только когда они достигают там, предела. Пока ты не отвернулся. Нет, только когда свободная память не переполнена. Короче, есть лимит. Да, понятно. Когда там слишком много гор и гипс, то все. Чего надо сделать? Вот за это вот я Doom 3 просто... Ну, загрузить Delta Labs 2. А там все понятно? Вообще, Delta 5 лучше загрузи, мы как раз переместимся в ад. Где враги? Enemies. Ну, да, здесь типа. Alien Isolation. Да, типа того. Да. Ну, конечно, блин, да. Игра в 3000 раз просто медленнее, чем нужно. Чем надо, да. Mm-hmm. И зачем туда? Она еще и страшная, вот такая вот, типа атмосферная. Ой-ой-ой. Да, когда одни и те же приемы здесь используются на протяжении 8, 9, 10 часов. Она, Doom 3 реально очень сильно затянутая игра. Да? Я к своему... В общем, мне было нечего делать. Так, я прошел ее 10 раз. Я прошел ее 1 раз. Что происходит самое угарное? Да, где враги-то? Вот, вот те Doom 3-то. Основное отличие игры, как бы, где враги. Короче, у тебя нет допуска, который вот на лифт надо. Да. Ты не попал. Ага. Лифт не работает. Не Супер. Exit game. Погоди. Окей, хорошо. Удалить содержимое. Да. Слушайте, ну реально, вот что сделал с великой серией Half-Life. Пытались, походу, парни надстроить новую драматургию, там, новый сюжет. Дельта 5. Допустим. Дельта 5 — это где темнота и говно? Блин, здесь везде темнота и говно. Дельта 5 — это, по-моему, оттуда ты перемещаешься в ад, и там же схватка с... Кибердемоном? Нет, баронами. Ой, не баронами, хеллнайтами. Угу. Ну, в общем... То, о чем вы можете прочитать в нашем эпичном спеце. Обязательно делайте. Да. Обязательно это все делайте. Все выходные. Неоднократно. Да. Советуйте друзьям. Мы старались. Лайк, шер. Ретвит. Игра зависла. Не, слушай, там же имплоуд. Потому что Дельта 5 без пробела. Слип нам. Да, смотри там. Давайте потом Brutal Doom. Мы хотели Brutal Doom тоже показать, но это незаконно. Да, это немножечко незаконно. Потому... Почему? Ну, модификация. Ну и что? А, блин, нет, давай Delta 4. А что ты, здесь? Ты вернулся из ада. Сори. А, это я уже вернулся. Да. И Тит, твоя мать. Ну да. Давай Delta 4. Да. Хочу в ад. Да, давай Delta 4. Было бы прикольно. В аду неплохо. Блин, это Delta 3. Смотри, 4. Только что из портала вышел, значит, сейчас ты будешь вот ровно в аду. Его.
Блин, играем с читанием прямого эфира, да. Но... Это тоже незаконно. Да, незаконно. Вот. Дай, Берн. Вот это неплохо. Дай. Terrible, что там? Terrible, Suffer. Ой, здрасте. Смотри, у него это, конус, блин. Как у единорога? Типа да. Ну, он его убил. У него здесь просто, по-моему, это в одном из аудиодневников здесь можно найти, что это чувак, у которого был день рождения. И, общем, и в общем, да, он отвечал. Да, и в общем, так вот получилось. Пасхальное, пасхальное. Да. Не, ну вот к этим моментам у меня, конечно, нет вопросов. Хорошо, когда все вот везде вот заляпано, это атмосферно, да. Не спорю. Была еще такая игра, Thing. По фильму «Оно», да? И я в журнале GameXZ увидел на репортаже V3 скриншот из этой игры, скриншот с туалета, и как бы все заляпано красным. Шокировал, в итоге я ждал эту игру до последнего. А вот это сцена. Казалось, так себе. Ой! Strange. Какая. Ну и надо стоять, естественно. Да. И чувак, все ты, пьяные ты, вываливаются. Да. Из клуба выходит. Да. Только с отпиской. Да. Так. Ну, так все происходит, в принципе. Да. Надо за диваном заложить портал. Странная, можно сказать, затея. Что? В таком. То есть очень мало места. Да, 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 да. Согласен. Да это вообще странная затея. Где куски мяса вообще? Да, от кстати, них вообще правда. Ничего аккуратнее, нет. Очень, очень большой взрыв, радиус. От них вообще ничего не отлетает. Вообще. Так. Но плазма ган, кстати, был неплохой. Плазма-ган... Мне нравилось, как он звучал при перезарядке, но вот это... Ну вот так вот. Говно, в общем, Doom 3. Давай, лот, вот. Поэтому... Ты полагаешь, во второй вернуться? Ну, кстати. Давайте. Извините. Давайте вот посмотрим. Такая что вот. Что это? Как мы планете все? Давай, давай. Что ну, там, вот если понимаете, по вопросам разница. Есть, то... Да, я думаю, у меня сел телефон. То... давайте на них отвечать. Да. Так. Не оно, а нечто. А, точно, ну, нечто. Окей. Close оно enough. Это про клоуны и детей, да. Да, да, да. Ужасно да, длинный да. фильм, кошмар. Да, ужасно длинная книга, на самом деле. Интересно, в новом Думе будет схватка с двумя баронами ада? Я думаю, с раз... С двумя женщинами. Уже нет. Так как Дум новый, это все-таки, как и Дум третий, по сути, это перезапуск, переосмысление, и вот это вот все. Ой, я люблю эту штуку. Ой, как люблю. Ой, как любят все. Да. Мамбу любят все, а мамба вас всех ненавидеть. Да. Эй, гомосексуалист. Как он улетел, отлично вообще. В общем, более прозрачные вещи происходят в первых двух частях Дума. И более клевые, на самом деле. Вот, и да, более клевые. Более лучшие. Тут с самого начала. Такой старый, добрый, топорный игровой дизайн. Ты вот но с точки респауна видишь первого врага уже. Ой. Замечу. Зачем ты все еще с... Такая, она до конца уровня действует. Ты уверен? Абсолютно. С трех ударов, смотри. Она действует до конца уровня? Она действует до конца уровня, ты все это время не знал. Я думал, да. Когда у тебя перестает экран быть красным, то все, типа... Нет, она... Нет. Я так. Не знаю, как вам надо доказать это, встретиться с кем-то сейчас. Сейчас посмотрим. Все, у меня вообще все кончились. Нет, да. Да, все кончились. Все кончились. Вот. А вот это что за друзья-то? Ну, там если бы ты мог ползать, ты прополз, наверное. Да. Да, я могу ползать в некоторых игровых сериях, это их не спасает. Да. Ну, птичка. В некоторых можно ползать и ходить на карачках. В некоторых эпизодах жизни можно так делать. Да. И недавно узнал, иногда что... Иногда приходится. Да. Ну, второй части FIF было чаще 6 нужно. Скоростей передвижения у персонажа. Какие? 6 скоростей? Да. Ну, коробка передач. Переводим вора на пятую скорость. На спорт коробку. Да, на спорт. Так, ну что-то ничего не происходит. Ходит, тот душит. Я что-то не понимаю, куда идти, если честно. Ну, блин. Еще бы, ты же играешь в этот экспаншн первый раз. Надо сейчас подумать там. Головоломки.
Угу. Это похоже на головоломки, на самом деле. Похоже на ё-моё. Стандартный момент из игр прошлых лет, когда ты просто не знаешь, где что дальше. О, нет, смотри, рычаг. Может быть, как-то... Да, рычаг, класс. Я не могу за него подергать. Подергать за него. Вот, вернемся к нашему разговору. Да. Показываю. Не-н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 е. У меня там такое вообще хэви-метал происходит. Это Бобби Принц снимается. Да. Блин, а где же дверь? Вот. Там. Да, момент затишья. Да, да, она работает до конца уровня, пацаны. Да. Импы и эти... Да. Doom Facts, блин. Может, вам еще прохождение просто написать? Now you know. Не знаете, ну, чего. На самом деле, какая-то индикация должна же была быть. Ну, конечно. Кто тебе... Индикация тебе что-то должна? В 93-м году. Да. Инфографика еще должна быть. Как в Assassin's Creed, да? Да. Паскудная такая. Маркеры вот эти. Паскудненькая. Освободите принцессу или что там. Сопроводите кардинала, Ришелье. Вот. Пожалуйста. Request cat in patche, мазафака. Go в чат, я создал. Что? Набор мелких производителей. На говно. Нельзя. Чтобы нажать на кнопочку, нужна желтая карточка. Желтая? Вот карта, о которой я говорил. То есть вы их находите? Да, наверное, с Idmaps просто играли. Интересно, а это expansion разрабатывается тоже ID? Ой, иди сюда. Ой, здрасте. В то время, я думаю, все разрабатывалось ID. Или нет? Ну, нет. Или каким-нибудь апоги? В общем, вот такая замечательная серия. Я предлагаю, наверное, заканчивать. Да. Вот, друзья... Рекомендуется освежиться и приобрести, извините, Doom 2 BFG Edition. А лучше по отдельности Doom 2 и Doom 1, короче, они продаются, во всяком случае, в PSN и в Xbox Live, они продаются отдельно. Doom 3, не знаю, надо вам это или нет. У Steam есть во всех видах, абсолютно. Плюс тому, в Steam сейчас продается QuakeCon Pack, где можно купить кучу всего, включая, короче, все части Doom. Весь Skyrim, это же QuakeCon Pack. Ну, типа Bethesda. И Wolfenstein со скидкой 25%. Да, Dishonored тоже. Короче, там он будет стоить 1500, а эконом... там ведь можно посчитать, сколько ты экономишь. Ты экономишь 4 штуки. Короче, да, всем QuakeCon, всем Doom. Ждем, наконец, показа нового Doom. И вот, с вами была краткая история. Да, через годы. Да. Всем с вами была краткая история Doom. Да, в лице Станислава Ломакина, Петра Сальникова и Артема Камалятова. Всем до скорого. Пока.